Во вторник полетит. На 13 марта запланирован первый рабочий день электропоезда «Ласточка» Иваново-Москва. Минимальная стоимость билета 460 рублей. «Ласточка» будет ходить не один раз в сутки, как сообщалось ранее, а два. Выезд из Иваново запланирован на 6:24 утра и вечером на 19:04. Остановок будет две – во Владимире 20 минут и минута в Шуе. Однако именно за эту минуту жители Шуи готовы были развернуть настоящую борьбу. Коллеги из Шуи, и глава, и депутаты хотели организовать какой-то сбор подписей за то, что была остановка. Не надо никакого сбора подписей. Мы, конечно, с российским железным дорогом понимаем, что нужна остановка в Шуе. Конечно, нужна. Поэтому мы это сделаем в любом случае. Не нужно. Не тратьте время на какие-то сборы. Просто мы это сделаем. И в графике остановка в Шуе будет предусмотрена ООО.